История продолжается. Ребята, я вначале так испугалась. Ля-ля-ля. Аня, смотри, тебе нравится тут? Не прогадали. Долго думали. А что, куда? А идем, где? Сейчас. Здравствуйте. Я присмотрелась и увидела, что очень классный отель. Тут очень красиво. Посмотрите, какие люстры! А еще должна сказать, мы с Вероникой очень обрадовались, что наконец-то мы поспим и пожрем. Хорошо, как выглядит вообще. Подпишись на канал. Да-да-да-да-да-да. Давай. Раз, два, три, елочка, гори. Елочка, привет. Вы на канале? Мы на канале Анна Кри. Мы сейчас где находимся? Мы находимся в Лимас Делюксе. Люмас Делюкс отель. Мы сейчас покажем нашу комнату. Тут да? Здесь очень большой. Очень большой, не очень, но очень красивый. Красивый, красота тут вообще. Вот это мы сейчас снимаем первый этаж. Вот ресепшн. Тут что-то делает на ресепшене дядя. Да? Это вход. Да, ресторан. Да, и потолок здесь красивый тоже. Красота. Кстати, почти все бесплатно. Да. У нас все включено. Там рядом есть море. И возле моря есть такой бар. Идем покажем комнату. Побежали комнату показывать. А, да? Давай. Плечи расправь. Давай. У нас номер 1308. Привет, да. Вот, молодец. Вставляй карточку. Заходим, показываем нашу комнату. Да? Заходи. Так, тут прихожая. У нас крючки для наших шляп и одежды. Полочки для обуви. Здесь что? Шкаф. Да? А, заходим дальше. Так, наша тут спальня. Наша спальня, да. Мне нравится то, что это для братика даже. Да, для малыша нам принесли кроватку детскую, бэби-корт. Они говорят, да, по-английски бэби-корт. Что у нас тут? Есть холодильник. В холодильнике мы уже последний день, поэтому снимаем, да. У нас в холодильнике там было спрайт, кока-кола, сок. Мы уже все повыпивали. Здесь нам приносят бутылочки с водой. Да, что-то вкусное было. Так, телевизор у нас там тут. Вот эти бутылочки водой приносят. Да, приносят каждый день бутылочки с водой. Тут два столика. Можно, если для работы, как письменный столик, использовать один либо столик и второй. Или для красоты, да? Как это? Угу. Туалетный столик называется. Тут еще вот эти фонарики, если ночью хочешь. Да, почитать, освещение ночное, да? Раз. И читаешь. А ну-ка. Да, они работают. А там надо понажимать еще что-то. Наверное, тут. Да, и нажимать. О, да. Работает. Все работает. Так. Полотенца коричневые, это пляжные. Мы собрались на пляж, нам мы подают. Его взяли на минус первом этаже. Там находится спа-салон. И у них можно и нужно брать пляжные полотенца. А белые полотенца, они под низом сложены. Просто нам приносят на каждого человека одно большое банное, да, и одно поменьше. Это чтобы там вытирать. Давай покажем вид из окна. Давай. У нас из окна очень красивый. Красивый, да, выходит. Спальнички такие. Мне нравится ночь, когда включают фонарики, очень красиво.
вот тут вот. Кстати, тут... Вот там у нас наш аквапарк. Одни белые машины, даже вот там, вот в этом городе. В основном здесь белые машины, да, потому что жарко. Очень редко было, такие черные, красные, вот только две. А да. Все белые. А смотри, что еще. У нас тут банановая плантация небольшая здесь. Там много теплиц. Вот. И, в принципе, у нас вид на горы. Но на горы ночью очень красиво. Там горят огни, очень красиво. А тут вид на море. Вот такой. Мы ехали на яхту пиратскую. Мы там надевали жилеты, ну, типа, не умели плавать, и мы так спрыгивали до штучки и плавали. Там была бирюзовая вода. Бирюзовая вода, мы, да. Это Средиземное море. Ну что, Анюта, в принципе, мы все показали. А, зайдем сейчас еще в ванную, да? Угу. Ванную. Ну, она стандартная, но чистая, тут все новое. Фен работает. Оп, да. Потом тут дозатор с мылом. Вот это вот нам дали. Косметика, да, вот это. Тут шампунь, гель для душа, еще что-то там. Это, наверное, мыло какое-то. Нет, это не мыло. Это тут, короче, шапочки для душа там. Вот еще дозатор для мыла в душе. И полочка тут для полотенец. Вот. В принципе, так. Да, все работает отлично, вода холодная, горячая есть, ну, без проблем. Ну, чтобы для удобства поставили там дозатор. Угу. Даже телефон есть, например, закончилась туалетная бумага, можно позвонить. Да, Нют? Угу. Да. Кстати, позвони на ресепшн, скажи, у нас закончилась туалетная бумага. Алло, это привидение, это телевидение, у нас закончилась туалетная бумага. Алло, это привидение. Не, ладно, я шучу. Не надо. Номера да. Выбирать. А ну-ка, покажи. Номера нужно выбирать. Да. Ресепшн кол 9. Давай, ресепшн кол 9. А ну-ка, давай. Номера? А давай скажем, принесите нам, пожалуйста, туалетную бумагу. Да, номера на 9. А ну-ка. А надо еще что-то набрать. Скажи, принесите нам, пожалуйста, 13, номер 1308. 1308. Принесите нам, пожалуйста, туалетную бумагу. Там ответили? Ответили, да? Что сказали? Хорошо? Скажи, алло. Сказали, что да. Да? Что, реально, да? Принесут туалетную бумагу. Да. Хорошо. Отлично. Он сказал 5 минут. 5 минут сказал, да? Супер. Смотри, как отлично, да? Потом придем, посмотрим, принесли нам туалетную бумагу. Все, пойдем кушать. Давай, собираемся, пойдем кушать, а потом купаться. Там есть бесплатно еще горки такие. Аквапарк. Аквапарк, да? Аня будет. И там как... ночью еще сцены есть, и там. А что там? А мы там сами танцевали, да? Что там выступал цирк Дю Солей, артисты, но до нас. Мы приехали в конец сезона, их нет уже. В этом отдыхали, а мы с Вероникой тут сидели в карточке и играли. Ладно. Реально принесли бумагу. Громко. Реально принесли бумагу через 5 минут. Да, реально очень быстро. Мы позвонили, они тут тук-тук. Принесли туалетную бумагу, два рулона. Здорово. Угу. Смотри, работает быстро. Вот это сервис, да? Нажимаем. Конечно же, компот. Так. Поехали в ресторан, да? Угу. Красота здесь такая вообще, так красиво. Это столовая, это не ресторан, ресторан находится. Пусть будет ресторан, столовая, не знаю. А, ну да, это как бы столовая. Ресторан для карты, мы вчера были, но мы не снимали. Вот, кстати, там был десерт. Ай, побежали. Ты маску взяла с собой? А? Нет? А тут есть. Если не взяли маску, можно взять масочку тут. Да? Что без маски заходить в столовку нельзя. Да?
вкусный, Таня? Малин. Да, лимонник. Что будешь кушать? Там кашу, будешь кашу? Нет. Немножко, да? Давайте кашу. Один? Да, одну. Сосиски будешь? Нет, не хочешь? Будешь яйцо? Давай. И... Да, давай. Спасибо. И яйцо, да? Два яйца. Да? Вот здесь тоже. Одно, да? Одно экс. Эк, одно. Ну, подставочка для яичка. 3 минуты, 5 минут. Одно. Ну, спасибо. Идем? Идем. Так, тебе маска на глаза, по-моему, налез. Все, можно снять. Так, идем. Усаживаемся за стол. А наши, наверное, уже покушали, да? Или они на улице? Пошли на улицу. Идем на улицу и... Где? Они, наверное, покушали и пошли на пляж. А мы, кстати, не взяли полотенце. Придется подняться еще за полотенцами. Ну, ладно. Давай выходим на улицу. Вы вот здесь или там? Выбирай место, где тебе больше нравится. Вот здесь, да? Хорошо. Давай, садись. Так, что-то еще, что еще будешь? Салатики? Вместе пойдем выберем? Да, салатик. Нет, телефон не стоит, телефон забери. Идем. Ой, идем. Быстро побежали. Как? Да, возьмем сейчас. Ты будешь какао? Да, хорошо. Идем сейчас быстренько туда. Давай сюда идем. Давай сюда идем. Давай. Давай, подходи, что будешь брать? Быстренько, что ты будешь кушать? Сыр будешь? Нет? Салатик, да? Так, давай. А можно там? Мы сами не можем насыпать, нам насыпают. О, подожди. О, господи, там уже кто-то пришел. А можете подойти сюда? Вот сюда. А давай это... Салатик, да? Салатик. Что там? Огурчики. А листья будешь какие-то? И огурчики, да? А листья салата? А, вот она дает. Ага, вот отлично. Так, спасибо. Так, все, не что-то еще будешь? Или... Ну ладно, все. Идем. Давай помочь тебе. Пошли. Давай, побежали. Я уже хочу картошку фри, но мне не разрешили. Картошку фри хочешь? Ой, нет. Тебе нельзя, у тебя соревнования. Все, побежали, побежали. Побежала вперед. Побежала вперед. Давай половинку. Ну, отправим его кушать в аппарат. Хочешь один блинчик? Хорошо, Аня, хорошо. Хорошо, один блинчик скушаешь. Идем. Да. Это не наш, это не... А, красиво, да? Да. Так. Ну что, идем еще один блинчик возьмем. Давай я тебе принесу, все, давай я тебе принесу блинчик. Пошло. Что, Анюта, идем на пляжик? Да. Стой, быстро не иди. Вот это наш отель. Так, Анютка, идем. А вот пешеходный переход. Давай быстренько до пешеходного перехода. Будь здорова. До пешеходного перехода. Быстренько, быстренько, быстренько. Анечка, давай. Хоп, 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 хоп. Идем, смотрим, чтобы... А почему ты занимаешься?
Бич. Быстро. Побежали. Да, это пляж. Ну, у них личный свой пляж, они его подписали. Для тех, у кого есть браслетики на руках с надписью, с логотипами, да, они могут сюда прийти. И давай бегом. Побежала. Да, быстренько. Да, и там можно отдыхать на шезлонгах, пользоваться матрасиками и кушать еду, которую они дают, и пить. Все включено, да? Не оплачивая, да? Да, но мы уже поели хорошо, нам, в принципе, не надо. Может быть, какую-то водичку возьмем. А может, нет. Так, спускаемся по туннелю. Получается, мы перешли дорогу, а туннель идет под дорогой, да. Сейчас расскажешь. А вот здесь, смотри, Анечка, да? Здесь у нас что? Там вверху дорога. Ночью будет шоу, да. Да, 21:15 начинается. Вот мы проходим по туннелю. Сверху туннеля дорога. Побежала, Анечка, побежала. Ку-ку. Плечи расправь. Все. Все, вот мы и пришли. Красота тут. Да, какая? Да, тут выходишь с пляжа, можно ноги помыть от песка. Да, тут санузел. Идем, тут кафешечка. Идем. Так. А где наши отдыхают? Так. Вот. А вот наши, да? Все. Наши на первой линии. Ой, Радмирчик. Подпишись на канал. Та-та-та.